На подписание меморандума прибыли представители столичной медицины. Сотрудничество предполагает проведение мастер-классов, обмен опытом и открытие новых отделений в Актюбинской областной больнице. Сегодня из Астаны приехал руководитель отдела госпитальной фармации Национального центра нейрохирургии. Она провела презентацию и рассказала об отделе госпитальной фармации, который открылся в Астане год назад. Я провела презентацию. Значит, здесь были специалисты, заведующие аптеки, заместители главных врачей, главные врачи. И они посмотрели, как должен работать этот отдел. И их задача сейчас на базе Актюбинского медицинского центра открыть данный отдел. Такой отдел планируется открыть и у нас. Преимущество его в том, что если раньше медсестры сами разводили лекарства в процедурных кабинетах, то благодаря этому отделу они будут освобождены от этой работы. Для этого будет специально обученный персонал. Это не только упрощает работу, но и будет радовать пациентов, так как медсестры будут уделять теперь им больше времени. Мы же на месте не стоим, мы развиваемся, поэтому безопасность пациента – это проблема номер один. А данный проект предусматривает безопасное, эффективное, рациональное лечение медикаментами пациентов. И в первую очередь это для пациента делается. Айгуль Тельбергенова отметила, что госпитальная фармация – результат мировой практики и опыт ведущих клиник Америки, Израиля и Европы. Когда точно будет открыт новый отдел, пока неизвестно, но над этим начинают работать. Уже сегодня будет проведен первый мастер-класс астанинскими специалистами медицины, на котором они покажут и расскажут актюбинским медработникам о преимуществах инновационного отдела. Ирина Ребикова, Алексей Уразов, программа «Факт».